Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Александр Близ, сегодня будем играть Golf of Duty. Игра вышла буквально вчера. Так, давайте посмотрим, что у нас тут творится. У нас четвертый уровень прокачки. Так. Так. Эти игры будем закрыты, там что-то в комплекте нам предлагают. Давай сюда нажмем. Новинка. Быстрое установление. Так, перк мы установили. Вроде бы все. Тут что-то еще. Такая. Комплект идет у нас. Да, вот сетевую игру нажимайте и играйте. Давайте сыграем. Первый бой. Первое поражение, ребят. Шучу. Сейчас сыграем, посмотрим, что у нас будет. Играл раньше я в эту игру на компьютере, интересно было. Но тут уже как-то более-менее она более реалистичней. Графика хорошая, не глюч, ничего. Не тупит, мало весит. В принципе, нормальная игрушка, ребят. Можно с командным бой сыграть по сети с игроками. Будем, кстати, еще ожидать обновлений через месяц. Так, тут уже уровень 5, уровень 3, уровень 2 у нас. Четвертый уровень. Так. Отсчет пошел. Всем привет! Вот это вроде так. Ну, попробуем сейчас с ними первый боёк. Как это более знакомое. Так, в голову минус. Как кричат. Вот это было жестко. Вышел в голову со снайперки. Counter-Strike. Ну, унывать не будем. Поедем мочки мучить их. У вас боеприпасов осталось. Блин. Вы так никогда не делаете, ребят. План, сори. Бывает. Меня справа обошли, уже убили. Так, переган, помню, еще раз. Больно хитрые люди. Так, это есть. Да, мы лидируем. Кто вот бегает, не поймешь. Блин. Оружие мои забирают. Так, тут что-то подключение к интернету, ребят, сори. Переустанавливаемся. Так, оружие, оружие, оружие. Да, так мы зря слишком близко подошли, мы еще просто нагло ворвались, ребят.
Ну, это переиграем. Тут чего патронов мало есть. То есть я убили, игрок восстанавливается. Чем-то хорошо. Вот это тупая пушка. Стреляет одиночными патронами. Ладно. Не надо собираться, надо играть. Погнали. Так, в эту холсу мы стреляем. Мы пока лидируем, они остаются, ребята. Пачкам лидируем. Да, нас стреляют. Трона охотника заводили. Да, победа, ребят, у нас. 50 очков, партизаны 22. Принцип неплохо, это только мы там первое место заняли. Первое, второе, третье. По количеству киллов. Ну, вроде как должен быть второе, либо первое. Посмотрим, ребята, сейчас видно будет. Ну, игрушка очень хорошая, советую вам скачать. Графика хорошая, геймплей интересный. Управление, надо к управлению привыкать. Вот. Управлению надо, ребят, привыкать. Ну все остальное красота. Так, подключаем к серверу. Давай посмотрим, какое у нас место. А, у нас второе место, ребят. Мы выиграли. Вот. Давайте вернемся назад в меню. Тут уровень повышается, сразу пятый. Воздушный груз. Открываем. Далее. Подтвердить. Подтверждаете все остальное. Выход делаете. Так. Серия очков. Это самолетики у нас. А, воздушный груз это. Там активируете. В комплекте. В комплекте у нас что тут предлагают? Это. А, вот. Врач. Врач. Разведчик. Врач. Как его активировать, я не знаю. Давайте попробуем все заново еще откроем. Не хочет нажиматься. Опа. Да, очиститель. Пушечка. Можем даже сыграть боёк еще раз. Давайте сыграем. Попробуем. Так, второй бой, ребят. Игра. Да, мало с тут интернет, ребят, плохой. Сори, кстати.
Так, у нас уровень 5, уровень 6, уровень 6, 2 6. И тут как-то уже посерьезнее ребята попались, соперники. А, кстати, ребят, регистрация через Facebook. Если у вас есть аккаунт на Фейсбуке, то вы спокойно зайдете играть. Ну, можете играть в гости. Так, а кто уже выбрал? Так, включаем к интернету, ребят, сори. Ой, подключились. А другая карта. А, это новая пушка у меня. По очкам активируется. Да, все болтается. Гол, попали. Enemy contact. Reloading, cover me. I'm failing this mission. Reloading, cover. Так, ладно, ждем мясо. Да. Ну где он там, что там? Да, папе включен к игре, ребят, сори. Интернет у меня. Ты хочешь 50 очков заработать? Ну, короче, такая игра, ребят. Кстати, вам ее скачать и так далее. Ну, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, удачи.